Крошка Антошка ТВ представляет. Привет, ребята! Вот машинка из мультика «Приключения красного пикапчика». Привет, я красный пикапчик. Подписывайтесь на канал Крошка Антошка ТВ, чтобы не пропустить ни одного мультика про машинки и динозавров. Ну а теперь, ребята, давайте слепим красного пикапчика из пластилина. Сначала возьмем кусочек черного пластилина. Из него сформируем большой прямоугольник. Это будет шасси автомобиля. Вот так. Пока отставим в сторонку эту деталь. Теперь надо размять кусочек красного пластилина и сделать кабину для нашего пикапчика. Разгладим неровности на поверхности. Отлично! Начинаем лепить кузов. Сначала сделаем прямоугольное основание. А это будут бортики. Класс! Вот такой кузов будет у нашего пикапчика. Из небольшого шарика сформируем капот. Кстати, такая фигура называется трапеция. Так, из голубого пластилина слепим стекла машины. Из четырех черных шариков сформируем четыре колеса. И четыре диска на колеса. Не забудем и про мелкие детали. А теперь давайте собирать наш пластилиновый пикапчик. На шасси установим кабину и кузов. Вот так. Прилепим окна. Отлично. Теперь капот. Радиаторная решетка и фары. Глазки пикапчика прилепим к лобовому стеклу. Это боковые зеркала. Стоп-сигналы. Красота! Наконец, подготовим колеса. И присоединим их к машинке. Ну что, ребята? Наш любимый пикапчик из мультика «Приключения красного пикапчика» готов! Посмотрите, какой он симпатичный, правда? Если вам понравилось это видео, поставьте нам лайк! Всем пока, ребята! Ну что, какой мультик ты будешь смотреть дальше? Выбирай, жми на картинку! Подпишись на наш канал!